Давайте для начала поговорим с вами, что такое момент. Момент – это средневековая английская мера времени, равная 1.5 минутам. В течение суток мы встречаем до 960 моментов, а в течение жизни – до 1 000 000 000 моментов. Но самое интересное в них то, что абсолютно любой из них способен изменить всю вашу жизнь. Но давайте по порядку. Я Амли Джихад, гражданин Казахстана, страны, в которой сельскохозяйственная промышленность занимает важную роль уже не первый век. Но на сегодняшнем этапе развития мы повторяем ошибки Великобритании 18-19 веков. С одной стороны, кажется, что может объединять две такие абсолютно разные страны? Но давайте вспомним уроки истории. Великая индустриальная революция началась в Великобритании. И стало быть, она могла занимать положение лидера на протяжении десятков лет. Но уже через несколько лет другие страны Европы и США не просто конкурировали с ней в техническом плане, а даже обошли ее. И чем же это похоже на Казахстан? А знали ли вы, что за 30 лет способы ведения сельского хозяйства в нашей стране практически не изменились? Мы не выбираем новые технологии в угоду старым, но проверенным. И поэтому в будущем у нас могут возникнуть те же самые проблемы. Ведь наши соседи, китайцы, за тот же самый период времени не просто освоили гидропонику, а уже начинают решать свою проблему с нехваткой земли. Но разве мы с вами не есть будущее нашей страны? Именно поэтому уже сейчас я решил задуматься над этой проблемой и сделать свой собственный вклад в развитие сельскохозяйственной промышленности нашей страны, параллельно развив экономический и здравоохранительный сектор Казахстана через аквапонику. Для того, чтобы лучше ее понять, давайте представим. Думаю, у многих из вас есть аквариум. И в любом случае, все вы знаете то, что аквариумы время от времени приходится чистить. Потому что рыбы в процессе своей жизнедеятельности выделяют токсичные соединения. Но знали ли вы, что эти самые соединения абсолютно необходимы для растений? И их добавляют в воду специально. И благодаря этому они могут расти. Аквапоника – это высокотехнологичный способ ведения сельского хозяйства, объединяющий в себе растения и аквакультуру. Одну систему, где вода просто циркулирует друг с другом. И благодаря этой простой методике мы можем выращивать не просто огурцы и помидоры, а даже клубнику или дыню. Но что будет, если я вам скажу, что это еще не все? Что рыба, обитающая в резервуаре, вы не встретите ни в соседних областях нашей страны, ни в прилегающих районах России. Потому что это самое первое поколение африканского клариоса, которое я выращивал своими собственными руками. Я инициировал гормоны внутрь, своими собственными руками выдаивал икру, оплодотворял ее и инкубировал, чтобы сейчас вы могли ее наблюдать на нашем этаже 3-й оранжерее. Но еще для того, чтобы решить важную проблему здравоохранительного сектора нашей страны. Задумайтесь, когда в последний раз вы ели рыбу? Или даже не так, едите ли вы рыбу каждую неделю? Я думаю, нет, потому что среднестатистический казахстанец потребляет всего лишь 30% рыбьего мяса в год от нормы, что катастрофически мало и очень сильно влияет на его здоровье. Мы надеемся с помощью этой рыбы вытеснить всю дорогостоящую и импортную рыбу, которой оснащены абсолютно все рынки нашей страны. И представьте, как много выгод будет для экономики нашей страны, если ей не придется закупать импортную рыбу, если она будет выращивать ее сама. Но насчет выгод. Я даже не буду говорить о всех миллионах доходов с реальных промышленных организаций. Но поверите ли вы мне, что с доходов с маленькой установки, которая стоит у нас на 3-м этаже, можно получать прибыль, которая хватила бы на покупки сотни книг. И мы получаем. Но также это было выгодно для меня, потому что я, человек, не имеющий высокого образования, сейчас являюсь консультантом бизнесмена в Алмате, который видит перспективу выращивания африканских клариусов. А известный КазАгро, который ведет свое начало с Абу-Даби, выделил мне несколько гидропонных установок в Шымкенте для того, чтобы я развивал технологии.
И это был мой идеальный момент. И думаю, многие из вас думают, что этот момент настанет где-то там, в далеком будущем, если вообще настанет. Но я хочу вас огорчить, что на самом деле идеальный момент – это один разговор, одно слово, один человек, на которого вы вначале даже, может, не обратите внимания. Но если вы увидите всю перспективу, зубами вцепитесь в эту идею и вложите туда всю душу, вы можете достигнуть многого. Именно и так получилось у меня. И именно так получилось у меня. Потому что я не хотел ждать, пока закончится школа. И ловил свой собственный момент. Поэтому ловите свои моменты, друзья.